Главной темой пятого фестиваля «Позитив как стиль жизни» стали бережные и божественные отношения, поэтому праздник не случайно открывали прекрасные ангелы. В течение двух дней 20 тренеров из разных уголков Украины проводили мастер-классы, семинары, психологические игры, индивидуальные консультации, чтобы каждый участник фестиваля смог найти ответы на волнующие его вопросы. Мастер-классы представлены в таких направлениях, как мастерская успеха. Это мастер-классы, которые тема тайм-менеджмент, деньги, финансы, карьера, достижение цели. Мастерская отношений. Представлены мастер-классы про отношения с детьми, отношения с партнерами и коллегами. Мастерская очарования. Представлены мастерские только женской тематики. Мастерская арт-терапии или мастерская творчества. Там представлены такие направления, как арт-терапия и хендмейд. Главной уникальностью фестиваля является то, что здесь совмещены некий синтез красоты, позитива и развития. На фестивале каждая участница может обратиться в пространство преображения, одеть красивые платья, подефилировать, сделать красивую себе прическу, устроить мини-фотосессию и одновременно с этим посещать мастер-классы, которые ей будут полезны информационно. Традиционно в рамках фестиваля прошел розыгрыш призов, так что никто не остался без приятного подарка. Кроме того, организаторы провели благотворительную акцию, в ходе которой удалось собрать почти 900 гривен для воспитанников реабилитационного центра для детей «Радуга», а также больше 1000 гривен для семьи сотрудника службы общественной безопасности Виталия Чебанова, погибшего от огнестрельных ранений.